Елена Алексеева, обучающаяся в объединении «Авиамастер» Дома детского творчества города Звенигород, заняла первое место в Кубке России на гонках среди радиоуправляемых моделей «Квик-500 Стандарт» престижного класса F3D. Вместе с Еленой поздравления принимает и ее педагог Николай Орлов. Объединение «Авиамастер» добивается стабильных успехов благодаря трехуровневому обучению детей в возрасте от 8 до 18 лет.